Одна из самых известных женщин в современной политике и бывший мэр Якутска с визитом в Омске. Сердана Авксентьева сейчас советник лидера партии «Новые люди». По работе с регионами в ходе своей рабочей поездки провела ряд встреч, в том числе с экспертами в области защиты окружающей среды и лидерами региональных общественных движений. Самое трудное, что в Омске вообще плохо что росло. Поэтому изначально его засаживали растениями, которые приживались быстро, росли эффективно и как бы не требовали ухода. Встреча с экологами и экскурсия по дендрологическому саду имени Гензы. Так начался визит в Омск экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Ее внимание привлекли туи. Растения широко используются в ландшафтном дизайне. Вопросы по приостановке вырубки деревьев, а также мониторинге воздуха и контроле за вредными выбросами предприятий стали ключевыми в общении с амичами. С 2014 года в недрах Государственной Думы гуляет или застрял закон о контроле выбросов, вредных выбросов с предприятий. Да, то есть надо его поискать, поднять, посмотреть, потому что установка контрольно-измерительных приборов на выходе, я думаю, что это было бы полезно для всех, и в том числе для самих предприятий. Сардана Авксентьева – одна из самых известных женщин в современной политике. Сейчас она советник лидера партии «Новые люди» по работе с регионами. Все, что рождается в высоких кабинетах, оторвано от земли, не всегда жизнеспособно. Поэтому я и в своей предыдущей работе, и в нынешней отталкиваюсь от того, что от первых насущных потребностей. Проблема благоустройства – это самое главное, на что мы должны обратить внимание. Очень поддерживаю на самом деле такие вещи, как улучшение инвестиционного климата. Да? Инвестиционный климат влияет на развитие малого и среднего бизнеса, на повышение уровня заработной платы. Да? Это в рамках борьбы с бедностью и так далее. Это все очень правильно. На предложение стать экспертом по региональной политике от партии «Новые люди» согласилась, поскольку работа творческая и дает возможность продвигать свои идеи. Да и принцип «лучше бы промолчала» не ее вариант. За деятельностью Сарданы Авксентьевой пристально продолжает следить вся страна, в том числе в соцсетях и в мессенджерах.